Ну вот мы приехали в наш родной ХПИ. Теперь видите, он полностью обнесен забором, просто так не зайдешь. Но сейчас мы зайдем и посмотрим, он там кто-то собрался, интересно, наш или нет. Вот мы подошли к электрокорпусу, к нашему. Сейчас видите, весь институт обнесен забором. Стоит даже будка охраны. В наше время, конечно, такого не было. Заходи, кто хочет. Закрывают. Да, закрывают на замок. Вот мы зашли в электрокорпус. Вот здесь у нас были кафедра электрические машины. Уж не знаю, она сейчас такая или нет, что там пишут. Так. Ну, а это выход. Кафедра электрических станций. У нас была Галина Георгиевна Чирикина, преподаватель, да. Ну, тут тоже, видите, все то же самое. Вид из окна опять-таки не поменялся. Добавился, конечно, цветочек. Ну и вот коридор к нашей кафедре. Ну да, туда были владения Волкова, помню. Ну что, рискнем? Кафедра наша оказалась закрытой, к сожалению. Очень хотелось там кого-нибудь увидеть. Ну вот, что тут пишут, что-то. Да, тут, как говорится, с наших времен, ребята, ничего не поменялось. Вот так. Ну вот, наш холл на втором этаже. Карта. Ленин, по-моему, был на третьем этаже, вот если мне память не изменяет. А вот даже интересно, пойдем сейчас посмотрим на третий этаж. Вот наша 214-я. Тут сейчас заседают какие-то другие люди. По-моему, я спрашивала, это люди выпуска 79-го года. Видите, какие они молодцы, сколько их собралось. Не то что наших выпускников. Ну и вот коридор к нашему деканату. Сколько тут хожено, перехожено. Стенды, на которых мы впервые увидели свои фамилии, когда сюда поступили. Да. Где же наш деканат? Двери поменяли, да, действительно. Окна все те же. Вот это, по-моему, наша была доска. Вот здесь мы тогда толпились. Вот, а сейчас уже, конечно, другие люди живут. Вот здесь была дверь декана, а вот здесь была дверь, сидела секретарь. Подожди, как Рябасова. Рябасова. Коридор кафедры ТОЭ. Кто помнит грозу нашего факультета? И сколько людей осталось из-за этого на второй год? Людмила Сергеевна Гусарова была такой преподаватель у нас. Ну вот, коридор первого этажа нашего электрокорпуса. Вид из окна не поменялся. Шикарный подоконник, шикарный. Ну такой, да, батарейки. Здесь тоже ничего не поменялось. Нет, неправда. У нас, когда мы учились, было кафель? Немножко поновее. Пол. А кафель, да, кафель был такой точно, все, как и раньше. Все, это уже. Здесь был буфет на первом этаже. Кто успевал? А он, кстати, есть. Есть, да. О, там, кто успевал, тут бегал. Я никогда не успевала, потому что один раз заглянула огромная очередь и успел, больше не ходила. Он да. Голодный, вон буфет. Да, и правда, тут буфет. К сожалению, сегодня все на замках. Идет дождь, а мы идем по той дорожке, по которой мы идем в высотный корпус или в химический, или еще куда-нибудь от электрокорпуса сюда вниз. Вот тут площадь центральная в нашем институте. Вот здесь стоял молодой студент Ленин, который никогда не был, не то что в нашем институте, но даже в Харькове ни разу не был. Вот там химический корпус, там высотка. Это наши. Там наш электрокорпус. А это корпус административный. Там центральный вход. А вот здесь пока не видно, но тут построили новое здание. Кто учился в наше время, его еще не было. Вот это вот наша высоточка. В наше время она была еще только-только недавно отстроенная. Ну такая невдалая. Да что невдалая, нормальная. Вот мы подошли к нашей высотке. Сейчас мы туда поднимемся. Вот на это крылечко и посмотрим на окрестности. А то смотрите, сколько наставили сейчас лавок, которых нам, ой, как не хватало в наше время.
К сожалению, сегодня все закрыто, никуда зайти не удается. Ну, вот такой вот вид. Вот это вот химкорпус. А это все наше? Вот мы зашли в высотку. Я вам зря сказала, что зайти нельзя. Смотрите, лифты все те же. Тут у нас возникли споры. Были ли вот такие вот... Были ли здесь вот такие деревяшки, электронные часы? Кто помнит, пусть мне напишет. Мы в высотку поднялись на самый 14 этаж. Вот, смотрите, какая красота. Вид с окна. Улица Шевченко внизу, да. Да, да, да. Вот там где-то Барабашка, Салтовка и все остальное, кто, для тех, кто знает. У меня создается впечатление, что вот эти двери стояли еще при нас. Да, стояли 100%. Стояли, да? Фанерные, ну, это 14 этаж. У нас тут были, по-моему, детали машин, и профессор Гонский вел у нас тут всяческие лекции, занятия, и кафедра уже не знаю где. Сейчас мы ее попробуем найти. Тут сейчас что-то... Да, тут сейчас другая кафедра. А сейчас я вам покажу вид на Харьков с другой стороны. Да, тут хорошо. Вот этот... Да, а ну-качка. Вот этот вот корпус, что с розовыми окошечками сюда стоит, это совершенно новый корпус, который построили, его в наше время не было. А напротив него здание ГК, который назывался ГК. Вот вид из Харькова. Стекло, конечно, мутноватое, не все хорошо видно. Вот это вот церковь впереди. Это та, что возле зеркальной струи напротив оперного театра. А вот отсюда, здесь, по-моему, видно, это что, Успенский собор, да, вот это вот купол там? Нет, это Успенский собор, по-моему, да, центр города, вон там. Смотрите, как здорово видно. Вот это вот химкорпус, который самый ближний к нам. Вот там черненько, это построили здание архива. А вот тот, что восьмерочкой крыша, это корпус ГАК, который был главный главный аудиторный корпус. Да, там было много всяческих аудиторий. Да. Ну вот, химический корпус, ребята. Все, кто учился здесь в химическом корпусе, вам снимаю поближе. Может, кто-то живет далеко и немножко ностальгирует. Вот. Смотрите, построили тут какое-то здание архива, видимо, или... Вот, смотрите, какая красота высоченная. А вот это вот корпус, главный аудиторный корпус, который с крыши, я вам показывала, смотрится как восьмерочка. Вот он. Ну, кто учился, тут помнит эти аудитории с длинными лавками. Напротив ГАКа вот такая вот аллейка. И у нас разгорелся спор. Это было при нас? Мы закончили в 84 году. Или это что-то новой постройки? Вот он. Аллейка. Вот он, вход в ГАК. Ну вот столовая, кто помнит, сколько здесь съедено было всяких всякостей. Тут сейчас вот непонятно что, какое-то летнее типа кафе. Ну а там один из выходов из института. Ну вот мы уже вышли из ХПИ, вот так кружочек обошли. Вот это тут новое здание, которое построили. Вот там мы из-за него вышли. А это центральный вход. Ну, для нас выход, мы уже вышли. На этом всего вам доброго, до свидания. Друзья мои, кто жил в Гиганте, там у нас был вход Вареничная. И поехали по Вареничная, или Вареничная. Вареничная, да, да. А вон там вход в Арку, и там дворец студентов и столовая, которая называлась Бухенвальд. А вон там центральный вход. А там дальше, дальше, дальше. Вот это вот наш гигант. Ну вот, центральный вход гигант. Там сейчас кафешек всяких настроили, того-сего.